Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас будет очередной игровой видеоролик, только, наверное, немножечко необычный. Сегодня я подготовил для вас форматный бой. Сегодня сыграем Хорната Васпирису на песочнице, стандартная, дефолтная форматка. Посмотрим, что из этого всего получится. Спросите вы меня, почему именно форматка, с чего ты вдруг решил. Под последним видеороликом, который, получается, вышел вчера, не набралось довольно большое количество комментариев. Я даже, честно говоря, для себя не смог найти что-то интересное, чтобы вы хотели бы посмотреть. И принял решение попробовать записать форматный бой. Я уже давно говорил, что я буду пробовать записывать какие-то ББПшки. И вот сегодня думаю записать какую-то такую форматочку. Надеюсь, что она не будет довольно большая. Я думаю, что сейчас я даже ее сам создам на время, дабы люди, нагибаторы зашли. Я скину ссылочку, и чтобы эта катка не было довольно-таки длительной. Может, она успеет закончиться по флагам, может быть, нет. Скатаем ее. Если вам понравится данного формата видеоролик, то есть форматные бои, то давайте наберем на данном видеоролике 150 лайков, и я смогу понять то, что вам это интересно. Ну и также в комментариях предлагайте под данным видеороликом новые интересные вооружения, которые вы бы хотели бы посмотреть. Возможно, в ББП боях, возможно, в про-битвах, да, потому что, по сути, можно записать какую-то интересную каточку в ББПшки, например, в ЦП режиме, да, то есть я уже имею какое-то определенное представление, знаю, что вам могу рассказать, что-то интересное показать, и, соответственно, возможно, вам интересен какой-то геймплей на определенном вооружении. Поэтому давайте я уже больше сегодня балаболить не буду, искать тоже катку никакую не буду, создам я свою, создам, давайте-ка, ХРВРшечку на 15 минут, ограничу время, дабы не было потом такого, то что видеоролик получится там на полчаса. Я помню, что вы говорили, что неприятно вам такие моментики видеть. Ну и давайте поставим 7 флажков, запустим вот так вот каточку. И я думаю, что закинем ссылочку в Киберспорт. Надеюсь, что сейчас нагибаторы быстро зайдут. Конечно же, в Хорната Васпирисе в данный период времени я играю на мышке. И вообще, скажите что-то по этому поводу в комментариях. Как вам вообще игра на мышке? Нравится ли вам смотреть на игру на данной замечательной мышке? Да, то есть, как вы играете? Я в последнее время довольно жестко подсел на нее в хорнато-рельсных форматах, то есть чисто на рельсе, то есть я не играю где-то в другом месте на данной нагибаторской мышке, и поэтому получается так, что исключительно на данном вооружении я себя довольно комфортно чувствую на рельсе, и если сложить все время в совокупности, то, наверное, где-то около полутора недели я уже играю на мышке в формате Хорната Васпирисы. Поэтому посмотрим, что из этого получится. Давайте я сразу напишу Go. 14 минут как раз у нас уже имеется. Вроде как все нагибаторы уже на карту зашли. Ну и попытаюсь максимально четко прокомментировать данную катку. Буду надеяться, что она сложится довольно-таки неплохо. И, возможно, что-то интересное еще дополнительно у нас здесь получится. Против один нагибатор убежал. Есть, конечно, проблемки, когда ты записываешь подобного рода видеоролики, когда ты сам создаешь катки, то есть тебе приходится немножко ждать. Но я надеюсь, что сейчас уже ребята зайдут и полноценно не будет уже выходить с боя. Давайте я пишу гол, и мы, я думаю, что уже, в принципе, начинаем. Там уже я видел, что 4 нагибатора двигалось по карте. И давайте сразу резко, дерзко идем вперед. Резу выдал, на рез ушел, ну и сейчас будем надеяться на то, что моя команда тоже будет довольно жестко здесь атаковать. Что касаемо игроков, довольно незнакомые, наверное, для меня никнеймы играют в данном катке. Ну и, в принципе, это не удивительно. Сейчас на хоре рельсе довольно большое количество игроков новых имеется. И тех самых игроков, которых я, ну, наверное, таки даже и не знаю. Да, сказать, что я там всех знаю, я не могу. Но уже потихонечку, вроде как, сейчас будем возить здесь флажочек. Я пару неплохих рельс выдал. У вас есть, поехали, давайте на возврат, попробуем быстро вернуть флажочек. Надеюсь, что мне сейчас не прилетит. Оп, одного развел, отлично, шикарно, сейчас в спину будет лететь, хорошо. А я здесь такой поворотик делаю, и меня сейчас по рельсу, давай, давай, давай. Может, еще в минус накину, нет, не накинул здесь минус. А была попытка, в принципе, неплохая, могло здесь что-то интересное получиться. Боже, а что наши тиммейты-то здесь творят, ё-моё. И никто флаг-то не поехал возвращать, а вот это уже хорошо, это хорошо. Но нет, 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 здесь. Что-то я не понял вообще, как наши тиммейты оказались с флагом.
флагом в той зоне, как вообще это произошло. Я вроде как надавливал на противника, как минимум два игрока отвлекалось на меня. И как так получилось, что вдруг резко мы начали вот так вот непонятно сливать, не знаю. Не знаю, возможно, что-то здесь невероятно происходит в данной катке. Давайте попытаемся сейчас более аккуратно уже действовать. 1-0 уже сливаем. Это явно не есть хорошо. Так, флаг реля, но там 700 урона я всего лишь выдал по флагу. И может быть... О, хорошо. Неплохая скидка. Ух ты, одну рельсу я получил. А, еще одну я не успел здесь. Ну, флаг битый. Пока что немножко меня тут фокусят. Но вроде как должно все складываться довольно неплохо. Если наши ребята сейчас пойдут рашить противника, будет вообще все замечательно. Давай, 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 давай. Отличную рельсу просто в пикселечек выдал. Давай, 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 давай. Оп, я выдержал. Надо ехать, надо ехать, надо ехать, надо ехать. Пробовать. Возвращать. Есть рельса по флагу. И, возможно, сейчас будет заходик, 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 заходит. Давайте я туда дам. Помогу тиммейту. И можно попытаться вернуть. Давай, 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 давай. Возвращай, возвращай. Молодчик, лучше, лучше. А флаг, алло. Боже, что вы делаете, молодые люди? Хорошо, ты хоть вернул флажочек, а то я уж думал, ты не вернешь. Так, одному сбил, шикарно. Можно попытаться сейчас здесь уехать с флажком. Так, противник меня потерял. И я сейчас попытаюсь вот тут вот так выкрутить. И засейвиться, 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 засейвиться. А, там еще один противник в спине. Тогда без шансов, конечно. 1-1, это хорошо. Хорошо, что уже не сливаем. Хорошо, что что-то получается. Главное, что мои тиммейты сейчас стреляли метко. Один тут в вертушке крутит. Это очень хорошо, когда вертухи крутят. Когда особенно их не попадают. Мне очень сильно нравится. Если бы сейчас еще бы тиммейт бы мой попал, то я бы по еще одному парню выдал рельсу. Наш там контролит домик. И было бы неплохо, если бы он бы сейчас бы, наверное, выдвинулся. И помог. Тут понятно, я с респа сразу улетел на респ. И, возможно, возможно, давай, 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 давай. Ну, где? Ну, с дома, ну, постреляй немножко, друг ты мой хороший. Ну, сейчас поставит флаг. Или я успею? Успею, шикарно. Выдал рельсу. Чуть-чуть подсейвил время. Ну, уехать точно я здесь не успел. Ну и где моя команда? Где моя команда? Флаг, флаг, возвращать будем. Вроде как едут ребята на возврат. Это хорошо, это очень хорошо, что они едут на возврат. Давайте вот сюда дам. Ух, шикарную сквозную выписываю. А возвращать будем? Возвращать, возвращать, возвращать. Молодые, что вы делаете? Ну, верни, пожалуйста. Нагибатор, Раф. Ах, нагибатор, Раф. Нагибатор, какой же ты нагибатор, когда ты так не возвращаешь флаг. Ух, как я сейчас промазал. Печально, да. Тут, конечно, было плохо сыграно с моей стороны. Я уже понадеялся, что я попал в рельсу. Но немножечко бывают такие моменты случаются, когда... Сегодня, ну, я не играл, как бы без разминки такие ситуации происходят, при том, что эта мышка чуть-чуть неправильный градус даешь, и вот тебе как бы промах на ровном месте, но давайте будем уже исправляться, плюс я тут довольно много балаболю, поэтому надо уже начинать не только разговаривать, но и играть. Личную рельсу выдаю, наши тиммейты будут здесь страховать, я еду, безусловно, я еду. Надо ехать, надо ехать, надо ехать, ребяточки, надо ехать, флаг будем брать? Есть подборчик, хорошо, давай я сейчас флажочек заменю. Заменю, скидывай, скидывай, хорош, красавчик, лучший. Этого добью, шикарно. Можно попытаться, может быть, вернуть. Давайте я скидочку сделаю. Попробую, вроде как даже там рельса прилетала. Ах, я вот этого с домика, конечно, не ожидал по себе выстрела увидеть. Ну, давайте я сюда. Нет, уже сюда я не накину. Заныкался за стеночку пока что. Меня фокусит так от души. Я, конечно, открываюсь под все прострелы. Я не сижу тут за стенками, не кемперю противника все же. И я на видос не буду сейчас сидеть здесь и просто смотреть в стенку и говорить, ох, какой я нагибатор, как я хорошо стенку держу. Правильно? Мы же играем на красоту, играем на выстрелы, на шикарные какие-то моментики. Идем только и только вперед. Надеемся на то, что сейчас сумеем вернуть здесь флажочек. Хорошо, отлично. Байт пацикаус сдался здесь. Было бы неплохо, если бы я бы ему сейчас еще здесь в бочину. Ох, там в минусе лежит челик. Отлично, отлично, отлично. Вот так. Вот так, шикарно просто. Обманочку такую замутил, вообще жесткую. И сейчас минус. Хорошо лежать. Просто лежать. Давай. И сейчас панана. Ой. Случайно. Отключилось у меня. Случайно по Z нажал или что там было. Не понял, что произошло, ну ладно. Вроде как все хорошо, давай, парень, хорошо, отличная сбитая, но здесь, конечно, отреспался уже телек. А, их трое, да? Один вышел, второй вышел, а что случилось? А что случилось с ребяточками? А что мы выходим с карты? Всего лишь 2-2 стало. А что это вы выходите? Я не понял. 3 ливнуло. Все? Наигрались, молодые люди?
И что, заходить будем? Все. Вот такая катка. Ну это даже как-то, ну, не солидно, я бы сказал. Ну что это такое? Ну мы только начали, две минутки поиграли, и такая вот, ну, вот на таком моменте заканчивать такую хури рейс, ну это же вообще печаль, беда. Я только разогрелся, а мне тут говорят, добрый вечер, и мы просто вливаем с каточки, я даже не знаю, что робить. Наверное, стоит попытаться сейчас найти хотя бы какую-то немножечко каточку, чтобы, может быть, чуть-чуть пострелять. Давайте вот зайдем даже один на один. Давайте один на один зайдем, дабы, ну, видеоролик более такой доступный и интересный получился. Я как бы, ну, не готовился на какие-то определенные катки, как вы видите, все происходит спонтанно. Я создаю катку, я захожу, я начинаю катать, и все. Поэтому давайте сыграем сейчас здесь быстренько дуэлечку, дабы полноценный у нас видеоролик сегодня получился. Я так понимаю, что гол, да? Окей, плюс, поехали. Поехали. Я, конечно, тут стоять не буду особо кемперить. Буду так чисто на характере вперед ехать, топить на противника, и думаю, что все должно получаться. Да, здесь он как-то так неплохо пытается расстрелиться. Как вы знаете, я тоже в мод соло участвовал. Нифига себе, участвовал, хотел бы сказать. Нифига себе, он мне приписал, конечно, рисочку жесткую. Я не ожидал, что мне такая может прилететь жесткая риса. Я не думал, что так дико может быть. Что мне так прилетит прям нежданчик такой аппетитный, сочный. Ну, я же не буду стоять сейчас, да? Я же не буду кемперить сейчас тут этого нагибатора. Я попытаюсь задавить, но немножко не получилось. Тяжеловато играть против кемперов. Вы понимаете, что это видос. Я не буду стоять здесь на месте. Я не буду смотреть на него, я не буду кемперить. Все-таки здесь нужна динамика своего рода. И смотреть на ту игру, где я буду просто по дефолту стоять за стеночкой. Ну, это же неинтересно, вы же сами понимаете. Что это явно не то, чего вы хотели бы здесь увидеть, чего вы ждете. Это будет уже как-то, ну, не по-красивому с моей стороны, наверное. Если я буду просто дефолтно стоять, смотреть на противника и думать, что он там какой-то нагибатор, которого надо бояться, против которого надо кемперить, там, смотреть в эти стеночки, там, что-то выжидать. Нет, мы идем просто вперед на характере. На характере вот так вот, опачки, в башкарик, да, прописываем. Я надеюсь, что у меня даже первая рельса. Да, у меня первая рельса, шикарно. И главное, чтобы сейчас респануло сверху бы этого молодого человека, было бы вообще все шикарно. Я бы еще бы флажочек бы увез, было бы вообще просто замечательно. Отлично, одну выписываю. Может быть, сейчас вот подастся еще и вторую выписать. Вот так вот. А, этот прострельчик не удалось. Ладно, посмотрим, что он будет делать. Ну, поедет наверх, я понял. Дефолтный увозик. Ой-ой-ой, как я сейчас промазал-то печально. Посмотрим, что он будет делать дальше. Окей. Хорошо, давайте я вот оставлю там флаг, посмотрим, что он будет делать. Просто посмотрим, что он будет делать. У него есть 30 секунд, дабы либо меня запушить, либо попробовать вернуть флажочек. Так, походу будет меня пушить. Это очень плохо, если честно. Потому что я могу максимум выписать рельсу. Попробовать как-то тут засейвиться. Как-то тут засейвиться. Как я могу тут еще подсейвиться? Оп. Обманочку хорошую выиграл. Плюс обманка. Плюс подъем. Шикарно. Просто пару-тройку обманочек. Развернул, довернул корпусом и вернулся уже флажочек и поставили. Хорошо, 2-1. Давайте быстро попробуем еще наверстать упущенное. Попробовать залететь на вражескую базу. И, блин, ну я на одну рельсу. Очень плохо, что я на одну рельсу. Ну вот по-молодому, если бы я бы тут попал, было бы вообще все шикарно. Ну а так как я на одну рельсу, то я даже не знаю, что здесь делать. Надо как-то время выиграть. Надо как-то рельсу выдать, еще и время выиграть. Вот он на две рельсы. Он знает, что я на одну, и он играет вот. Вот что он хочет? Он хочет, чтобы я выдавал первую рельсу? Ну это же вообще провал. То есть он хочет, чтобы я выдавал еще и первую рельсу. Ну, это как-то даже некрасиво, наверное, с его стороны будет, если я буду, будучи на одну рельсу, буду еще стоять, сейвиться. Ну, это как-то даже, ну, вы сами понимаете, что это, ну, это как-то даже по-убогому выглядит, наверное, таки. Если вы, конечно, жесткий хорельщик, и вот так же сам стоите, как этот молодой человек, то у меня для вас плохие новости. Если вы так же стоите, кемперите, получаете в бочину, а потом отправляетесь в минус, то вы, ну, вы, может быть, даже нагибатор какой-нибудь, я не знаю, там, типа, ну, вот так можно двигаться, там, нормально так в минус отлетать, чисто по прикольчику, так, 3-2 у нас тут до 6 флажочков катка, ну, и
Я не знаю, давайте я так попробую улететь. А, он уже сюда поехал. Я думал, что он там стоит, кемперит меня. Ну ладно, ничего страшного, одну рисочку выпишу. Тут в подъемчик будет стрелять? В подъемчик не будет стрелять. А, он туда хотел стрелять, я понял. И туда тоже неплохо можно попадать. Если уметь, конечно, попадать. Там тоже, да, бывают такие моментики. Опять он оттягивает этот флажочек, пытается оттянуть его. Можно дальше на бровочку. Но я-то знаю эту фишку. Я знаю, что здесь не стоит вообще ехать на возврат этого флага. Стоит просто выигрывать тайминг. Ждать, пока противник сам поедет на тебя. А дальше уже пытаться накидывать урон. То есть, вот, например, как сейчас он откроется, да, под меня. Но он все равно откроется. У него нет времени. У него нет возможности не открываться под меня. А я вот так вот хоп, отъехал назад. Хоп-хоп, замансил. Туда-сюда, манс туда, манс вверх-вниз. Пят слева, пятым. Оп. Сейчас как дам. Смотрите, 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 что можно сделать здесь. Оп, оп, вот так, оп. На движении, оп. А, еще бы рельса бы попал. Был бы вообще просто рельсоводом от бога. Дал противнику уехать с флагом. Ну ладно, давайте я скину. Пытаюсь поехать вернуть, может быть у меня получится быстро ворваться. Ну ладно, хорошо, окей. Теперь он поедет на возврат, да? Ну может поехать вернуть, почему нет? Попробовать всегда можно. Правда это удар. Да. Попытка! Блин, как я в упор промазал, но это было просто максимально плохо. А флаг-то лежит! Флаг лежит! Это очень хорошо. Это очень хорошо, что он сейчас лежит. Развел, намансил, шикарно. И попробуем, давайте, попробуем, попробуем, попробуем. Вот сейчас вот так вот. Оп, шикарно. И возвратик сейчас. Ну давай, давай, вернись, вернись, пожалуйста. Ну по таймингу, по таймингу, по таймингу. Отлично, просто шикарный тайминг. Так, 4-2. Можно сейчас рельсу. Шикарно, 840, я вот надеюсь, что эта рельса не будет ту, которую он сможет выдержать. Потому что если он сможет ее выдержать, то будет, наверное, плохо. Я не видел противника, это плохо очень. Попробуем, ух ты, нифига себе накрутил. Жестко, жестко, я не знаю, куда он там стрелял, но накрутить мне здесь удалось его. Это очень хорошо, и сейчас может быть даже верхний респик какой-нибудь, не? Я увижу. Нет, верхнего респа я здесь не увидел. Попробуем, 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 попробуем. Ух, нет. Ну ладно, надо было торопиться, наверное. Я хотел попробовать уже там за стеночками, потом подкемперить, подстоять. Но, как вы видите, ничего такого уже у меня не получилось здесь сделать. Ну и тут я тоже как бы не успел. Обидно немножко, что я не успел. Целый он, целый я. Ну и теперь попробуем, давайте быстро на движении. На движении вперед. Зажечь рельсу, нет, тоже не попал. И там в простреле. Оп, шикарно, есть обманка. Ай, попадание надо было делать. Ладно, ничего страшного, промахивается тоже. И я заставляю, шикарно. И на себе, хорошо. Мог даже в минус он там попасть. Благо ему повезло, что он не упал. Ну и сейчас просто на ходе вперед. Надо выдавать одну рельсочку. Одну рельсочку по молодому человеку. По молодому чебуреку, блин, как-то тут раскачка как-то раньше, мне кажется, по-другому работала. Ты как-то не понял сейчас, что произошло. Ну и там он просто улетает, да, он хочет еще один флажочек поставить. Он думает, что у него удастся еще один флаг поставить. Да, у него, в принципе, наверное, это и получится сделать. Я еще поторопился с этой рельсой. Оп, попытаемся. Ах, не получилось. Ну ладно. Хорошо, пусть поставит. Пусть поставит 5-4. Хорошо, я не жадный. Я не жадный. Пусть поставит. Пусть поставит. Я только тебе рельсочку дам. Ой, не дал. Хотел попасть в бочиночку, но не получилось. Ладно. Хорошо, молодой, хорошо. Да, набайтим сейчас немножечко. Ну, стоит он, конечно, очень много. Очень много стоит. Мне очень сильно не нравится против таких ребят играть. Я просто не понимаю, что они тренируют. Ну, то есть, вот вы когда так играете, объясните мне, пожалуйста, что вы тренируете. Да, вы стоите просто вот так вот, ну, вот как вкопанный. Вот ты встал и стоишь и смотришь. Ну, а что ты смотришь? Ну, ты либо двигайся куда-то, ну, либо делай что-то. Ну, не стой же ты как вкопанный молодой чебуречек. Надо двигаться, надо ехать, надо вот так вот, оп, вертушечку красивую в полетике в минус кидать. И все вообще получается по красоточке. Вот как-то так у нас сегодня, друзья, получилось. Если вам понравился данный видеоролик, если вы хотите больше видеороликов, которые будут посвящены Хорнета, вас по рельсе, форматным боям, да, я сегодня хотел полноценную каточку записать на песочнице 4 на 4, но вы видели, что там противник что-то убежал, испугался, хотя счет был всего лишь 2-2, и могли нормально вообще по красоте так закончить, и получилось бы все эффективно, замечательно и четенько, но... Молодые люди вышли, поэтому я решил, что стоит поискать что-то достойное. Ну и тут первая попавшаяся каточка против какого-то молодого человечка. Залетел, сыграл, что сумел, показал. Если вам понравилось,
Не забывайте обязательно прожимать лайк на данный видеоролик. Это максимальная поддержка для меня. Если 150 лайков здесь наберется, то я думаю, что следующее форматное... Форматный следующий видеоролик не заставит себя долго ждать. Также не забывайте, друзья, подписываться на канал, потому что где-то около половины зрителей, которые смотрят данные видеоролики, смотрят их без подписки. Поэтому если у вас кнопочка горит красным «Подписаться», сделайте ее серым, делайте мне приятно. Ну и также не забывайте подписываться, не только подписываться, но и нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики, которые у нас выходят ежедневно. Ну и, конечно же, стримы, которые проходят каждый вечер в 10 часов по МСК. У меня на этом все, друзья. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.